Здравствуйте, уважаемые зрители Нейромир ТВ. Вот уже долгое время меня посещает чувство дежавю, наверное, как и вас. Почти 20 лет минуло с тех трагических, драматических событий, которые закончились гибелью Советского Союза и началом реформаторского, так называемого, демократического эксперимента. И вот 20 лет спустя мы снова стоим у распутия, мы снова стоим на пороге острова общественного кризиса. Действительно возникло нечто, Нечто тупиковое, грязное, криминальное, что не обеспечивает ни защиту ни достоинства, ни жизни самих граждан. И нам снова говорят, что пора сделать так, как в цивилизованных странах пора начинать перестройку номер два и демократизацию, что свободные выборы, свобода пресс могут совершить чудеса. А так ли это? Что мы имеем после 20 лет от этого эксперимента? Об этом мы говорим с достаточно известным человеком, Журналистами, и членом общественной палаты Максимом Шевченко. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Максим. Как вы все-таки считаете, Максим, сейчас действительно некое дежавю. За 20 лет подросло новое поколение, которое не помнит, не помнит того, что случилось в начале 90-х годов. Вот, не помнит тогдашнего демократического движения. И вот снова нам говорят, что можно... То есть простое решение. Туда система зашла в тупик, она действительно... Ее трудно назвать нормальной, людей убивают убивая за иные взгляды, убивая за то, что у них бизнес переходит дорогу кому-то. Но можно ли рассчитывать, что есть простое решение, панацея? Надо вот вести свободный выбор, свободу прессы, и все само собой наладит. Вот после 20 лет э, вот этого эксперимента. Реально. Нет. Вы знаете, язык политики не терпит метафор. Поэтому слово «тупик», как и слово «панацея», это метафорические вещи. Я не считаю, что мы находимся в тупике, я считаю, что мы находимся в чрезвычайно сложной и тяжелой ситуации, в стагнационной ситуации, но тупик – это вот стенка, когда вы стоите около стенки, напротив вас солдаты с ружьями, а офицер поднял саблю, да, саблю и сейчас вот вы видите, как с его губ сорвется пли, но даже это не тупик, потому что, может быть, вас хотят попугать холостыми патронами. Мы не находимся в тупике, мы находимся в ситуации отсутствия смыслов и э, продолжения истории. Это главный кризис русского самосознания. И в ситуации, как следствие отсутствия смыслов, отсутствия стратегий достижения этих смыслов, мы не знаем точно, зачем мы живем и зачем мы существуем. Мы мечемся между тенями великого прошлого, имперским, советским, кто-то между революционным, но практически никто из нас не думает о будущем. И когда говорят о будущем, то еди, единственный внятный формат будущего – как в цивилизованном мире. Ну как это? Вот спрашивают. А как это? как Ну как вот в Европе, как в Америке? Это, по крайней мере, понятно. То есть э, оппоненты наши, те, кто вырос на 90-х, да, на этих 20-летиях, э, те, кто вызрел… Они, э, не, они освободили себя от э, комплексов вины по отношению к стране, вины по отношению к народу, вины по отношению к истории, вины по отношению к своим предкам, вины по отношению к солдатам, погибшим с 1941 по 1945 год. Они говорят, как на Западе и этой программе ничего не противопоставляется мы только критикуем эту программу. Потому что вот вы спрашиваете меня, решат ли свободные выборы и свободная пресса какие-то проблемы. Они, безусловно, изменят ситуацию. Они изменят ситуацию, то, что появится в политическом поле, я уже не знаю, старые игроки в новом обличии или новые игроки в старом обличии. Но так или иначе, конечно, расклад карт и изменится. Но мы, как мы знаем, и из классиков, да и уже из собственного опыта, и свободные выборы, и свободная так называемая пресса являются только прикрытием господства подлинных хозяев дискурса вот и именно. подлинных хозяев жизни. Вот именно, Максим. А э, изменится ли хозяева жизни, если вот завтра, ну, предположим, э, такой вариант. Ну, вот так называемые силовики, всем, да, всем известным лидерам уйдут. придет? Вот появится. Остается в стране. Один я видит... считаю, что это не, не только не изменит ситуацию, но, только, но даже изменит ее к худшему. А объясню свою позицию: силовики напоминают мне силовая группировка, напоминает мне собаку на сене, которая села на Россию, подмяла ее под себя и оскаливает зубы, по крайней мере, во все стороны. Но она, конечно, собака такая более толерантная, то есть, она, если надо что-то продать, они продают, естественно. Ну да. Но они, по крайней мере, держат под себя эту солому. На смену им придут те, кто уже был до них. То есть те, кто создал ситуацию, при которой государственный бюджет Российской Федерации э, перед принятием в Госдуме просто утверждался в Госдепартаменте США и в Международном э, во Всемирном банке, в Международном валютном фонде и так далее. А это было ведь недавно очень кстати, Ну, 90, это было примерно до 1998 -го года, вот так вот. И э, придут те же самые, придут в новом обличии. Придут уже гораздо более укрепленные, придут э -э, руководимые могучими, не повысь этого слова, могучими олигархами, и которые совсем уже не напоминают олигархов 90-х годов. Между Прохоровым, э -э, Лисиным, Керимовым, э -э, Не знаю, там э -э, Мордашовым и ну, не знаю, Березовским, Гусинским, Смоленским и Ходорковским. Безна. Те были просто э, людьми, которые очень сильно зависели, по большому счету, от э, внутренней системы, от тех, кто их поставил. Ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что олигархическое состояние начала 90-х было просто прикрытием э, возникновения финансовых пулов партийно кгбшно криминальных групп, которые делили достояния Советского Союза между собой. А, а они были всего лишь ширбами. Вот, вот, вот. Они были проводниками, они были теми, кто обеспечивал перевод денег, активов. Это же были криминальные деньги, это были ворованные деньги. Мне нельзя было просто так взять и перевести деньги Советского Союза, украденные там на Запад. Ну, это при всей критике Запада, все-таки признаем, что там достаточно серьезная правовая система. Вы не можете из Колумбии просто взять и перевести 100 миллионов долларов там ну, ну, потому да, что они ну, просто нет, у вас нет, есть. Нет, да. Вы должны объяснить, доказать, что они не являются следствием продажи больших партий кокаина, например. Поэтому для этого создавались вот все эти системы проводников. Помните скандал Бенков of Нью-Йорк», в котором была замешана ельцинская семья, угу. да, там другие. Вот таких вот полным-полно этих каналов. Заметьте, при каждом постсоветском правителе, там, при, ну, там, людях более-менее вменяемых, такие как Нурсултан на Зарбаев, при людях менее вменяемых, есть все равно какой-нибудь свой Машкевич. Есть ну, евреи такой, при губернаторе, существует всегда. Да, да. который обеспечивает э, канал связи там, через Израиль, через Штаты, э, финансовый канал. Потому что иначе, как эти деньги могут попасть. Туда, то, в мировой рынок. То есть, Максим, в о, олигархи 90-х... Олигархи 90-х были вот посредниками. посредниками. Современные являются уже ставленниками и партнерами серьезных глобальных транснациональных корпораций. Они укрепились в достаточно большей степени. Они создали вокруг себя элитную э, среду. Среду серьезного обслуживающего их персонала. Тогдашние журналисты, такие как Малашенко или такие как Киселев, или так как Кашкарева с Нарзикуловым, которые были кто при Гусинском, кто при Березовском, они уже воспринимаются как романтические такие образы, знаете, по сравнению с тем, что сегодня. Сегодня гораздо глубже это ушло все. Поэтому я смотрю в реальность, я не смотрю в утопию. Я считаю, что несмотря на очевидные минусы правления силовиков и силовой этой группы, которая не смогла Главная вина силовиков, потому что они не смогли преодолеть личные человеческие черты, жадность, э, фобии, э, не знаю, там, Ограни... чиста... чистолюбие. Есть. Ну, у кого ограниченности, у кого неограниченности, понимаете, я не могу сказать там, что... я, я лично не знаю, mm -hmm. но я просто вижу по эффективности, допустим, Сечина я не назвал бы ограниченным человеком, исходя из того, что добилась Роснефть. По крайней мере, и руководимый импул корпорации. Но, тем не менее, они не сумели преодолеть некоторых. Парьеров, они да? не сумели создать прежде всего социальную среду. Они создали очень много инструментов их пиарщики, сильные пиарщики. Они создали партию Единая Россия. В 1999 году это было правильное решение. Это было одно из единственно возможных решений создать некий клуб э элит всех уровней, куда можно вписать всех, там, не знаю. Криминал, оппозиционеров, понимаете, там, не знаю, номенклатуру, как, как бы это стягивало Россию, связывало регион. Ну, логика в этом очень была. В этом Всего, была да. реальная политтехнологическая и даже политическая логика. Более того, а они маргинализировали и устранили ту часть политической элиты, так называемой либеральной, которая была просто вот ставленником мирового порядка и ассоциировалась с 90-ми годами, отталкиваясь, громя эту элиту. Они попытались перехватить и вырвать большой кусок собственности у двух мощнейших группировок, которые были в стране. У семьи Ельцинской, ну, условной семьи, угу. и у лужковско примаковско шамиевской второй этой группы. И у них сейчас вот с занятием Собяниным вместо Лужкова это получилось в итоге. Это получилось поздно, позже, чем должно было получиться. И это получилось не в той мере эффективности, в какой это должно было получиться. В итоге они создали скелет, который не оброс мясом, и который напоминает оживленного каким-то волшебным черным магом, просто зомби такого, с которого свисают какие-то куски плоти. Только такова... куски, да, но скелет. Да. А в основном это скелет. Скелет, такова их политическая система. Она замешана на том, что вот хоть ты тресни, но хочет Миллер строить этот особняк Газпрома в Петербурге 430 метров. Почему? Вот Валерий Фадеев у меня в программе в сердцах сказал, понятно, говорит, почему, потому что обычно кабинеты начальства бывают на самом верхнем этаже. И, как правило, туалеты в этих кабинетах стеклянные. И вот, говорит, ты, если ты человек небольшого роста, стоишь, говорит, прошел в туалет, справляешь нужду, я извиняюсь, ссышь, а под тобой великий город. И ты чувствуешь себя, что жизнь удалась, чувствуешь себя человеком. Очень тонкое замечание. Личные фобии, личные проблемы психологические, личные нюансы поведения, личные страхи являются на самом деле реперными точками этой политической системы. Мы работаем не с объективными процессами, не со стратегиями, а мы работаем постоянно с личностями. И, и, и эта система, она недостроена как авторитарная система, в этом ее проблема, да. потому, что, потому что она никакая не авторитарная. Назвать ее фашизмом, тем более, как вы Она, запали, это не... естественно не социалистическая, она, естественно, не корпоративная, хотя тут носились где-то на рубеже 2004 года с идеями корпоративизма, ну, там, помните, вот Ильин, и даже где-то даже звучало имя Джентили, знаете, как вот угу. не, конечно, в его муссолиневском этом концепте, да, а вот в таком как бы корпорации, там корпоративно, и они создали же, была попытка госкорпорации, не сработала. Почему? Потому что удивительным образом, объективные законы в этой системе не работают. В этой системе работают только личные отношения. В скелете вот в этом нет не работают. Только личные отношения. Но только тихо. если вот там человек X, условно говоря, в хороших отношениях с человеком Y, а то с человеком Z, то у человека X с человеком Z получится отношения хорошие. Хотя они могут быть в одной ведомственной структуре. Но если у человека Y будут плохие отношения с человеком Z, то у человека X уже вот хрен наладит отношения с человеком Z. И значит, тут будет что-то пробуксовывать. Плюс к этому, у них есть твердое убеждение. Оно, это их опыт 90-х годов. Они живут по принципу, который сформулировался у женицы в архипелаге ГУЛАГе, донес до нас. Подохнет и сегодня, а я завтра. Да. Ну, Максим, получается так, что вот эта вот скелетная система, система зомби, если ее сейчас сбить, согнать, собственно говоря, со стога сена, там эта вот это собака, у нее сразу образ собака, скелет, собака из костей, собака Кощей, вот этого кощей сгоняешь, и приходят вот эти самые уже новые олигархи. И фактически власть-то, в общем-то, и не меняется по своей природе. Она очень сильно изменится. Она изменится, но хозяева жизни останутся те же. Ну что, вот сейчас говорят о том, что сейчас… Хозяева жизни те же самые не останутся. Или придут еще А Они будут мстить силовикам. Они будут мстить силовикам. У них есть несколько э, болевых точек, у тех, кто претендует сейчас на, на власть. А это, знаю, Точнее, а мы знаем, это да. не реванш.